Я вышел уже. Да ты вот в онлайне ты сидишь. Все, хорошо, Дим. Ты когда будешь? Не знаю, может через часа полтора-два. Ну, если будешь, то может и копыта пойдем травить. Угу. Окей, давай. Давай. Так, все, я тоже отошел. Хорошо. Желание жварка, да? В 10, точнее, желание. Давайте начинаем трэш. Что? Как дела ваши? Нормально. Почти без вайфа. Знакомы уже. Где уйдем сейчас трэшить? Нормально. Сейчас, остановитесь эту печеньку, на вас не будет дебафа на 50% минус дома. Да, что ты говорил? Или может там упала тренина танк или нет? Нет. Так она без тантована. Она используется. Если бы она прокала автоматически, то было бы круто, а так. Там чисто парирование дает 144 и все. Thank you.
Неустремчивость, окей, там. Джованни, я же говорю, невосприимчивость к там. Дал обычный тройной. Сраный не восприимчивый. Багами трэш. На этом сервере весь трэш такой. Выбанутый. Не, он реально конченый. Так задумано. Про раз 25 держишь, чтобы они не там. Как леди 25 держит. Ага. Хорошо, Рэм, что мечарку сделал, но тут без него было бы сложнее. Рага вообще жесть. Это надо, чтобы кто-то меня пиздил постоянно, чтобы рага была. Ну, здесь, кстати, перед трэшем, ой, перед боссом, вар спекайся, опять беда. Представляешь, как я без маны страдаю, как ты без раги. А что, у тебя клятва хоть висит? Конечно. Сейчас нет пока. Сейчас пока нет. Она пока не нужна. Она же обновляется сама, когда ты бьешь. От каждого удара обновляется. Я знаю, я ее кастую в основном, когда с магами делаю. Потому что от сит-атаки мне попробуют. Ген маны. Просто это же ген. Тут трэш постоянно, ты бы всегда поддерживался. Бежишь, трэш, агришь и все. Где вы хорошие вещи падают? Так, тут слева, я так понимаю, Весинс можно сагрить, да? Или это не то место? Да, это то место. Что за шарики летают, расскажете?
Да, да, шейка будет. Сейчас метки поставлю сначала. А у нас кто-то отходил, кого-то нет, или уже вернулся? Это задуман, знаете. Не, потому что раз он не вернулся, я на минуту отойду. Да-да. Смотрите, уже минуту не рассказываю пока. Хорошо. Я пока для танка объясню. Пал, смотри, ты будешь танчить в печеньке. В печеньке будешь босса танчить. Когда она кастанет, сейчас скажу тебе. Когда начинается каст «Гнев небес», она его кастует. Его собивает в самый последний момент. Клизма, сбитие каста «Гнев небес» будет на тебе. Его надо сбить в самый последний момент. Когда его сбили, она перебегает к тебе. Ты уже в это время должен стоять в квадрате. Мы его запуливаем вот отсюда, где стоит печенька сейчас. Ставим его в печеньку, танчим там. Потом она начинает, сначала она кастует всеобщее покаяние. Для того, чтобы всеобщее покаяние сбросилось, мы берем дебаф «Священная земля». Потому что если мы это не возьмем, то вот эти вот два шарика, что бегают, крутятся, между ними будет луч идти, ну, друг от друга. Кто попадает под этот луч, это сразу шот. Сразу будет шот. Так, сейчас тогда ждем Войда. Я тут расскажу. А, отлично. Еще будет у Девы. Дева будет кастовать священная земля. Первую священную землю. Когда человек, на которого кинулся этот дебаф, у него есть буквально 2-3 секунды, чтобы выбежать. Он выбегает первую в ромбик, вторую в звезду. В самую стеночку, в упор. Я буду это все анонсить. Выбегаем туда. Это разливается лужа. Лужа разлилась. Вот только начала разливаться, сразу выбегает и идет дальше бить босса. Так нужно будет две лужи. В ромбик и звезду. Потом, после... Войд, ты слышал за священное покаяние их не в небес? За лучи? Нет. Смотри. Будет кастовать всеобщее покаяние. Когда кастует всеобщее покаяние, после каста у нас, кидает а-ля в сон. Для того, чтобы нас не кинуло в сон, мы должны будем взять дебаф в этой луже. Мы зайдем в лужу, постоим в ней буквально 2 секунды, на нас повесится дебаф. Но смотрите, в луже нужно постоять буквально 2 секунды. Дебаф повесился, сразу же выбежали, чтобы вас не стакнуло 2-3 дебафа этого. Потому что если 2 будет, это будет, если не ошибаюсь, по 12 тысяч бить. Будет немного больно. Мы все бьем после этого в печеньке. Танк сразу при этом касте перебегает в квадрат. Уже стоит там. Потом клизма собьет шок гнев небес. И дева переведет к танку. И оно будет так же самое, идет зеркально на том кювете, что дальше мы будем по кругу ее так водить. И тот, что дальний слева, и тот же, что справа дальний. Оно все будет зеркально, поэтому главное соблюдать лужи и вовремя сбивать. Бокус и клизма, сбиваете косты. Главное еще вам сбить это шок небес, а гнев небес будет клизма на тебя. Это, в принципе, все. И еще, смотри, танк, ты должен запулить ее, ты ее должен именно сагрить, когда один шарик будет в тебе, вот там, где прыгает сейчас печенька. Вот ты стоишь отсюда. Ладно, давайте сейчас, давай фулл ребаф сделаем, выходите, кушайте рыбку.
Да, давай трай сделаем там. Да, да, я тоже думаю. Кушаем рыбку, фул рыб. А, задума нет. Задума ж нету, да. Он как раз вот через 2 минуты должен подойти. Получается, в центре держать ее не нужно. Нет, нет, нет. Ты ее танчишь сначала в печеньке, потом, когда же она использовала покаяние, ты переходишь сразу в квадрат. После чего вижу. Видишь, да? Да, все вот. Первый квет. Луч печеньки. Потом в квадрате. Потом будешь после того квета, ну, примерно в этом же районе танчить, да, вот, ну, вот, зеркально только. Я, если что, где-то там подскажу, расскажу. И смотрите, когда будем брать дебаф, держите все рядом с печенькой. Я постараюсь тоже правильно стать, чтобы лучи нас не задели. Я отойду, и чтобы лучи нас не убили. Если вы же попадете под луч, это все, это вайп. Ну, не вайп, это минус один человек и, соответственно, минус ДПС. И еще, когда у нее будет покаяние, на ней будет щит. Щит, который поглощает 600, по-моему, 600 дамаги. Мы должны его будем сбить, только после этого можно будет сбить каст. На третьем щите мы даем только геру. Ну, сейчас вот задум подойдет и сделаем трай, посмотрим. Давайте я пока сейчас 2 минуты поставлю перекура. За дом пришел, нет? На АФК.
надолго мы еще пока что будем? Я бы слетал, калечил, взял заряд. Да, тогда слетай пока. Ставьте шкаф. Задума нет. Ну придется поставить, мне не хватит времени. Время дохуя еще. Короче, я прилетел. Задум говорил 15 минут, но что-то... А что, за такую тему ГП не дают, вот, когда в каше-то там 10 человек? 10 человек дается, но он попросил, я думал, что он придет за 15 минут. Я ему начислил ожидание. Просто если так относиться, то, конечно, кара 5 часов будет приноситься. Ну, естественно, бля, если АФК будет по 20 минут. Это еще плохо и тем, что мало того, что мы АФКшу ждем, так еще и он своим АФК дисциплинку разлагает. Остальные думают, если он 15 минут АФК, значит я пойду, меня подождут. Такого быть не должно. Там реально что-то сложное, не знаю, ну, реально серьезно, то вопросов нет. А так каждый будет отходить на 10-15 минут. До 10 я не хочу сидеть, если честно. Нет такого обычно. Да, да, у нас такого зачастую нету. Даже у нас, если в рейде идет АФК без предупреждения, Тёма её сразу ГП начисляет. Ну, хорошо. Просто я думал, что как раз пока мы трэш почистим, он и вернется. Значит, что я понял про этого босса? Босс танчится в песчаньке, кидает лужу. Лужа относится в ромбик, в звездочку. Звездочку, да. Лужа, значит, освещение выглядит как паладиновское, да? Ну... Короче, лужа. Она знает еще как... Ну, да, вот, как метеор. Понял? Не метеор, а как выносится на ВРС-ке. Выносят дебаф. Вот, она разливает, типа, похожую лужу. Она будет желтая такая. Значит, босс кастует покаяние. Покаяние вешается сразу или через какое-то время? Сразу во время каста. Ну, после каста, точнее, она вешается. Для того, чтобы сразу покаяние сбросилось, на вас должно быть дебаф «Священная земля». Мы его берем это до босса это... или когда босс кастует? До каста, я скажу. Мы его берем во время вот... Вторая лужа разливается, мы вот, она только разлилась, мы сразу можем заходить в нее. Постояли там буквально 2 секунды, на вас вешается дебаф. Выбежали сразу с нее, чтобы был только один стак дебафа. Долго он там висит? Секунд 20-30? 15 секунд, если не ошибаюсь. Войд, ливни, пожалуйста, с рейда, я не могу зайти в целый. Ливнуть еще сделать? Там стой. Сейчас это я рейти дам, быстренько кольцо поменяю и нас обратно примет. Можно так? А, я не знаю. Мы успеем? Можно так? Я успею за минуту. А, там гер. Давай, пати. Там гер, мне нужен взломан просто. 50 секунд у тебя. Поменял? Ну да. 43. 42, 43. Меня не пускают почему-то. Так ты гер. Даже в десятку. Но у меня обычка стоит. Ну я в гере, наверное, за это. Погоди. 30 секунд. Я понял, не пустят тебя. Поднимать обратно. Лол, просто слетал. Ну, просто ты находишься в гере, а я в обычке. Он мне пишет, что я не могу зайти. В гильдии посмотри, кто сидит в пати. Пусть это самое. Да, в эксперту вот другого. Слушай, так там же близко добежать, ё-моё. Может, пока лока нет, тебя не приняли пати пока? Приняли. Сейчас. Попробуй туда, не знаю, там протонист дал. Да напиши. На второй лок сумане. Есть кто? Напиши. Пати на минуту кольцо взять. Лол. На эти рейд был. Циркуль заброшен, да?
Да в натуре интереснее, мне кажется. Вот этот прогресс она сейчас увидит. Ну, мне целка уже нравится. Вот первый раз пошел, 233. Что там мы с Честером убили 6 боссов. Ну, потом на совете что-то вайпнулись и разошлись. Ну, чисто люди ливали там. Чем за 2 часа, наверное. Потом, получается, второй раз сходила с Твиной. С Твиной мы закрыли 9 боссов. Или, подожди, 10. У нас Валька закрыла. Это целка или что? Целка 10. Синдру не смогли убить, да? Не, не пошли, просто на нее время такое было. Ну и потом этот пошли с братов, с их гильдии. Я не помню, был ты, нет. Там мы профы. Нет, у меня ката не было, я только слушал. Выйдите на суман кто-то, я за дыма поменял, короче. Долго. Я не знаю дорогу. Побежал. Личку поменял. Какое ты взял? От Ваги 259. Прока нет. 246. Прока нет, прок следующий был. Да там так себе старт. Ну да, я вообще его поменяю, конечно. Когда ретрика сделаюсь, возьму могущество на ретрика. На танк возьму с леди и с Вальки. Кольца бисовые. Ну и так вот мы пошли с тобой целка вот это, да? Нормально пронесли. Ну 11 боссов, видишь, просто догадались в итоге, что фрейм у него больше, чем реальный. Поэтому, когда глыбу ставишь во фрейм, она багается, начинает скакать. Угу. Вот и все. Поэтому она изи убивается. Точно так же просто глыба ставится дальше в 2 раза и все. Ну видишь, мы с тобой танки, которые 100 раз, 1000 раз это танчили, это синдром. Мы хоть меняемся. Тыкай. Ну да. Был бы что, опыт? Другой танк был бы вообще жесть. Опыт сын ошибок трудный. Ну убили неплохо. Лича так же надо было просто вот со сквернением вообще жопа. Люди, понимаешь, они... Подожди, Ваня, подожди. Убило нет. Ну да, слушай, конечно, шлаки были. Там есть над чем, короче, поработать. Надо реакцию хорошую. Угу. 25-ки вообще это наитруднейшее будет, если такие люди, если пяток хотя бы таких людей, это все вайпы попадут. А 2 хватит. Да в лучшем случае даже 1 хватает. Стоит в луже, луже растет, рейд падает. Да, до свидания. Мне кажется, хороший рейд это когда один человек умирает в искоренении, остальные отбежали, лужа там немножко выросла, но все 24 живые. Вот это топ рейд. Один затупок, а остальные топ рейд. Так должно быть всегда. И то, да что... ладно, бьем это вылетел. Понимаешь, факт в том, что он может быть не затупок, а может у него просто банально интернет вылетел. Или просто что-то с компом, офнулся, колк. Ну да. То есть не всегда этот человек может быть виноват, надо это всем знать. И все должны отбегать. А если все просто так в потолок голову поднимают, то, конечно, вайпы будут попадать. Привет! Привет! Здорово! Побежали, Свет. Кто это? Это Сила. Сила? Лог, который в рейде сейчас. Не-не, девочка. Лог, который в рейде. А, ты поменял, что ли? Да. Ну, он не отвечает, в отсутствие ушел. Но он поймет. Сейчас объясню ей тактику и начнем. По правой стороне бери только. С
Сереж, смотри, босс танчится в печеньке. Подойди к печеньке сюда. Где ты там, чтоб ты видела. Босс танчится в печеньке. Когда вешается дебаф «Священная земля», я буду анонсить. Мы выносим его или в звездочку, или в ромбик. Разливается лужа. Лужу разлили, вылезли сразу, выбежали сразу с нее же, моментально. Она только начинает развиваться, ты сразу выходишь с нее. Для РДД это, в принципе, для тебя тут все будет. Так ты стоишь всегда под боссом во фрейме. Когда говорим перебегать, перебегаем к В квадрат. Вместе, ну, старайся держаться просто за печенькой. И все. Главное, служа не прослакай и бегай за печенькой. Ставлю рыбку, кушаем. Речена АФК. Роми тут нет. Кушаем рыбку. Даем фулл баф. Сейчас стреловнусь, а то хилбот залагал. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Заходим все в комнату, становимся печеньком. Смотри, Пал, когда будет шарик, сейчас вот подождем. Вот тут здесь вот ты запуливаешь босса. Понял, где он был? Где печенька стоит, вот сейчас прыгает. Когда шарик проходит здесь, ты пулишь босса. Запуливаешь его вот отсюда. Нет, нет, нет. Вот, ну, здесь вот запуливаешь и ведешь его в печеньку. Там танчу. Да. Да, там по первому транспорту. Следующий шар идем и начнем. Мне его агрик перед шариком наш, да? Да, я скажу, вот сейчас вот он доходит. А, рано. Ладно, став босса, пробуем. Сила выбежала в ромбик. В ромбик. Ну, или звезду, без разницы. Все, отбежала. Не через лужу. Вот такая лужа выкидывается. Сейчас ее вынести дальше звезды только. В следующую лужу. Роми выбежал за звезду. Без разницы. Все, выбежал с лужи. Зашли в лужу, взяли дебаф. Все взяли дебаф, быстро. Следите за печенькой. Все двигаются за печенькой. Не, криво. Криво, да. Ложитесь. Это ж надо было наоборот ее за спину далеко уходить. Да, я увидел уже. Там нужно брать дебаф в лужу. Да, да, да. Все берут. Я забежал в лужу, но мне ничего не кинулось. А несколько секунд постоять нужно, принцип какой-то тотема трепета, типа раз несколько секунд тик. А, ясно. Ты рано немного запулил. Надо будет пулить, как бы, ну, когда шарик вот почти уже в тебе получается. Почему именно так нужно? Если так спулить, как раз по таймингу выходят лучи
будут за боссом, когда она будет кастовать покаяние. И у миликов будет много времени для того, чтобы бить ее. Я понял, чтобы не срезал рейд, короче. Да-да-да. Клуж-то вот пишет, вообще можно нахлёст класть, как в РСке. Ну так удобнее просто будет, если именно в эти выносить. Она рядом с нами. Мы сделали два шага, грубо говоря, и мы уже взяли два. Стараются обычно перво вынести звезду, а потом ронги. Ну тут особой разницы нету. А не проще одну выносить за стол туда дальше, за ромб, вторую в ромбик, типа, а танчить в звезде? А разница? А звезде? Проще будет. Мы танчить в звезде не будем, потому что как раз когда будет луч при покаянии, он будет где-то вот на уровне звезды, получается, и идти, если будем запуливать отсюда. Луч появляется в любом случае, да? Да, да, да. При любых. Так от него отбегать просто надо и все, да? Да, но я же говорю, для того, чтобы... для того, чтобы луч не попал в нас, мы должны, ну, как раз с этого места запуливать. Он будет за боссом, и у миликов, и у РДД будет больше времени стоять просто бить. Не надо будет бегать от луча. Кушаем рыбу. Поставил. Ну, босс будет задумки водиться, да? Да, задумки в РКФД сейчас, слышишь меня? Да, да, слышу, ребята. Сейчас, подожди тогда, ты возле кары еще? Да, 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 конечно. Я выйду, тебе кольцо отдам же. Угу. Сейчас, буквально секунду, ребят, я кольцо отдам человеку. Просто реально никак не мог раньше зайти. Да, я поменял тебя. Агро конструктивный вопрос задал. Кто сбивает каст? Клизма. Все. Ну а про касты он нам про шок. На шок поставили Бокруса и меня. Последний каст, который длинный, должен ездить. Да, да. Задом 20 за ожидание и 247 за кольцо. Хорошо, да-да-да. 20 за задание? Что за задание? За ожидание. Ожидание, что долго его не было. За то, что поменяли. Ну, это то наказание, которое вы спрашивали. Где ты там, а? Давайте, удачи, ребят. Да, давай. Ты чё, удачи? На замене будешь сидеть или нет? Да, да, могу посидеть. Мне просто реально что-то уже как-то и... устал сегодня. Могу, если ещё. Вот, да, отлично. Пока будет на замене, если что, то зайдёшь. Становитесь себе печеньку на следующем шарике. Стой, силу, стой! Смотри, я, короче, выйду в другой канал, сам там, короче, хорошо. Сидеть отдыхать. Если что, кричите. Ну и что это? Это Света неправильно поняла, в какую печеньку. Так что, бьем? Нет, по возможности диван кинь на кого-то. На того, кто может рестать. Да. Тут все зависит от правильного пула. Если ты правильно, правильно запулишь, то мы нормально. Они все переводы ровно одинаково по кругу. У него тайминг ровно идеально. Не встаем. Каждый раз лезет в одном и том же месте.
фактически идеальный пул, а это каждый раз у тебя будет лезвие четенько, вот вообще четенько-четенько. Рыбку кушаем. То есть смотри, общий смысл в чем? Ты его в печеньку привел, развернул спиной, все, стоите. А ДД при этом фактически перебегают уже сразу к нему. То есть если вместо печеньки рассмотреть, например, две метки, а в одной стоит печенька, в другой стороне ДД, и вот точно так же по часовой стрелке они переводятся. То есть точка в точку и все вот таким квадратом. Ну, грубо говоря, как вырезки, не надо подкручивать его. Заходите, остановите все Зоила. Покажи именно когда. Сейчас, смотри, вот сейчас я просто покажу. Когда будет вот здесь вот именно луч, ты начинаешь агрить. Шарик, да? Шарик, да? Да, да. Когда шарик вот будет, где вот я прыгаю. Правильно? Прыгать за. Угу, все понял. Вот этот, да? Шарик летит? Да. Так, смотрим. Запрыгивай. Да. Ставь печеньку, поворачивай лицом к нам, да. Блин, я что-то ловнул. Готовимся, лужа. Лачдан выбежал. Клизма выбежал. Зашли в лужу, взяли дебаф. Блядь. Чё-то не так, а? Чуть-чуть рано. Короче, получилось. То есть, смотри, если лезвие должно было появиться после звездочки, правильно? Да. После печеньки туда вот как раз. Ясно. По таймингам, где ты запулил, да, где шарик был, там на момент того, как она заканчивает каст покаяния массового, появляется луч. Поэтому босса дальше кружка надо будет завести, где наши трупы лежат, чуть подальше. И тогда то есть левее его танчить. Да. Ближе к лужу, который развивается второй. Наоборот, надо будет правее, потому что нам проще убегать от лезвия или догонять его. Собой. Надо бежать за лезвием с боссом. Значит, лезвие должно уходить от рейда, правильно? Да. Ну, да. Лезвие должно появиться за боссом. Если так, у нас будет еще секунд 15, чтобы стоять на месте и просто дамажить, если не больше, не помню. Mm-hmm. Можно его сразу. Ну, пока идет лезвие, мы даже не будем вращаться, мы его просто пока идет лезвие, оно идет меньше, чем оборот. То есть, ну, меньше, чем полоборота. То есть, ну, по факту, все время этого лезвия мы его просто заливаем, лупим. То есть нам не нужно будет убегать от лезвия фактически. Никакое, главное, чтобы оно не появилось в рейде. А что, да. Чтобы оно не появилось в рейде, рейд должен посмотреть на шарики, где они находятся, да, с двух сторон. Визуально так, тут нет необходимости такой, просто тут важно именно, чтобы пул был точный, все, дальше все тайминги идут правильно, то есть они синхронны. Все, тогда еще постирал центр, там не надо ли его. Сейчас рейд из-за пула стоял, или из-за того, что во время каста покаяния не увидел, где шарики летят и сдох, все одновременно сдохли, из-за пула. Или из-за того, что можно было забежать назад чуть-чуть. Смотри, можно было, как ты говоришь. Но тут, грубо говоря, есть в данной ситуации более такой простой, ну, такой вот тупейший механизм. Вот
если вот так вот начали, все, и тогда за шариками не нужно, грубо говоря, слить. Это точно так же по принципу, когда ты на РФ-ке, например, танчишь и говоришь всем, все держатся звездочки, все, и вот все за звездочкой бегают под паровозиком. Ну, вот та же самая ситуация. Это по-тупому, да, типа для стада, а для хороших людей, для хороших, надо на шарики смотреть, правильно я понимаю? Да. Но тут дело привычки, просто надо привыкнуть. Надо. Я не буду ни к чему привыкать, я буду на шары смотреть теперь. Посмотрю, как вы сдохнете, если такое будет, а я останусь и посмотрю на это. Ну, Тёма обычно, когда ведет, да, он смотрит и говорит, когда надо дальше отойти, когда меньше. Он иногда прямо далеко достаточно. Смотри, Пал, вот именно отсюда давай ты затанчишь, как мы раньше траили, вот здесь вот. А когда шарик будет вот в этом районе, где печенька сейчас прыгает. Вот шарик здесь проходит, и ты запуливаешь. Вот отсюда. Там чекни. Да, давай на следующих шарах не сейчас. Роми тут нет. Тут. Не, вот именно ты от нас запуливаешь, когда шарик здесь. И ты идешь запуливать его, и как раз шарик будет в нас. Получается. Ну и чё? Ну и чё? Подошёл слишком близко. Так не я близко стою. Что? Ну, ложитесь. Она шарилась. Диван КД у меня, именно минут. Там лоб, по-моему, передо мной оставил. Ну, подошли, значит, слишком близко к ней. И а, я видел, и... я видел, что локус кипет, кастанул баф на ХП. И всем боссом. А я там нажимаю. Ребят, хочу сразу предупредить, в 9 часов я должен буду уйти, поэтому у меня еще 1:15. Прошу меня понять правильно, я в игре с 3 часов, 6 часов в рейде, у меня жопа дубовая уже. Мне тупо хочется сходить прогуляться, это, размять кости. Поэтому я не смогу сидеть здесь до посинения. Предупреждаю сразу, хорошо? Я до 9 часов, 1:15 еще буду играть. Если я там слаг, не знаю. Если есть, тем заменить. Посмотрите за ним. Нет, я просто реально устал на самом деле. 6 часов в рейдах, блин, ну. Тяжело. Рыбу поставил кушать пока. Свет поставил пэта на пассив свой. Хорошо, давайте фул рыба. Встань там, где мне нужно нажать там. Вот, шарик будет вот здесь. Ты пулишь вот отсюда, где стоят все. Там, где стоит вот печенька, ты отсюда пулишь его и ведешь. Когда шарик будет вот в этом районе. Угу, чекай, давай еще кто-нибудь.
Джованни, зачем сразу вливаться? Нахуй врывайтесь, бля, я сейчас ливну с рейда, если будет так играть. Он даже его не успел сагрить, ничего. Я дал танк, я дал лужу. Перед тем, как дать молоток, кто-то ворвался и, блядь, убился. Зачем вы так делаете? Дайте мне 5 секунд. Ну что, спешите куда-то, я что-то не пойму вас, а? Ложимся. Тем более у нас не хант, который сразу напуливает. К Лизме надо подойти для напула. Вот Джив стоит. Где? Вот в углом, вот где печенка. Запястье кольчужное надо кому-то? Ну, максимум, если кто-то хули пала. Да. Ставлю рыбку. Дробяшка на оффспек хотел, да? Так а чё не заберёшь? Чайная готовность, пока не заходите. Все готовы, заходим, становимся печеньку. На следующих запулишь, вот когда будет во мне шарик, пульнешь. Агро, дай баф. Запуливай. Дайте поставить сначала. Лаждан вышел. Лужа секунду. Войт вышел в ромб. Зашли в лужу, взяли дебаф. За печенькой, за печенькой все. Печеньки. Агро БР. БР Войт. Пал побежал уже на... на... Отлично.
Роме вышел. Вышел трусы, отлично. Зашли. Зашли, все взяли дебаф. Быстро. Дебаф взяли. За печенькой, все за печенькой. Куда бежать дальше мне? К следующему. Я стану куда надо. Вот вот здесь и танчит. Рано сбили. Каст тот никто не сбивает, кроме клизмы. Ребят, я же вы... Да мы не по ДПС не успеем. Бесса, что ли? Щит не собьем на перефазе. Минус 4, ну, конечно, не собьем. Ну так, хочу понимать, как она будет. Давай, да, так пишу. Ясно будет, что делать. И мы вот лужи выносим тоже сюда же. Зашли, да, кстати, зашли, взяли дебаф. За печенькой. Стоим, стоим. Ладждан. Вижу. А, щит не сбили. Да, мы не успели из АТПС щит сбить. Не... Короче, я понял. Не бежите, я рестну. А, нет, масс рестну. Вы на комбосе, ребят. Где вы? Фурнадеве. Фурнадеве? Угу. И весь бой вот такая вот херня, да, которая сегодня происходила? Да, да, да. Может, да, ему дать, а? Первую двух лужах она успеет пройти жене. Ну, нам она нужна быть. Нет, мы постоянно давали на третий. На всякий случай, если вдруг там упал один человек, да, где-то. И плюс добавить ДПС, чтобы сбить на этот щит нормально. На третий или на четвертый, я не помню. Я помню, короче, что надо делать. Ну, по крайней мере, вот там на первой, там, на второй фазе. Сколько фаз тут? 2-3? Это все. Это весь бой такой. Весь бой? Блять, да. Такой изичный босс, оказывается. Здесь главное правильно отшлучать, уходить, здесь рыбу поставил кушать. Дай звездочку мне, пожалуйста. Ну, не звездочка, а какой там есть, свободный. Нет свободных. Черепок дай на меня. Я звезду поставил. Ну, звезду дай.